Всем привет, друзья! С вами Нильфгорн. Это игра Королевство и замки, вроде бы так. И мы продолжаем играть. В этой серии, конечно, были нюансы, в предыдущей, точнее, нападения на наше поселение варваров. Но в этот раз мы постараемся уже сделать какие-то стены, какие-то замковую защиту. Посмотрим, что из этого получится. Ну и, конечно же, развитие города нас должно прям на полную катушку стоять. Здесь счастье, в принципе, тоже на полный. Ну, то есть, вот, викинг. Где викинги? Викинги, воу. Если я не ошибаюсь, вот это вот гигант. И он нападает совершенно с непонятной стороны. Блин, они еще с разных сторон нападают. Я не успею. Блин, я просто тупо не успею, наверное. Ну, давай. Ну, сейчас подумаем. Сейчас. Давайте вот здесь вот. Вот так вот. Прям вот. Вот так вот. Давайте. Вдруг я успею построить хотя бы одну вышечку. Они все-таки, ну, строят-то быстро. Нет? Ну, хотя бы как-нибудь. Я не хочу отдавать. Смотрите, тут какая хрень, блин. Вот это, по-моему, гигант. Да, смотрите, он вылазит. Очуметь, это что, блин, вообще такое? Это викинги. Блин, они еще деревья наши ломают. Офигеть. Да, он, смотрите, сразу идет на... Сразу идет в атаку. У него какую-то магию... What the fuck? Посмотрите, как быстро он это все делает. Как он быстро ломает-то. Блин, вот это офигеть. Вышек здесь нужно в разы больше, чем у меня сейчас есть, конечно. Он уже одну вышку сломал. И... О, боже. Есть! Мы убили гиганта, ребята. Мы завалили гиганта. Отлично. Отлично. У нас, конечно, горит весь город, но... У нас очень много людей. Ну, вот вышку, видите, вот чуть-чуть вот не успевает достроить. Но что я могу здесь сделать? Ну да. Да, рушится здание у нас очень много. Опять же, нападение. Ребят, не справляюсь, да. Да, увезли. Довольно-таки приличное количество увезли людей. Ну ладно, будем иметь в виду. Так, а вот что здесь было? Черт, а вот что тут вот было, я не помню. Ну тут-то ладно, это понятно. Это понятно. Так, ладно, давайте восстанавливать всю нашу индустриализацию, так скажем. Блин. Окей. Здесь у нас куча... Домов опять же расфигачили. Ну, ребят, похоже, события теперь будут развиваться довольно-таки быстро. И нам нужно как можно больше домов, как можно больше строений. Потому что события, как видите, просто семимильными шагами шагают. Происходит и гигант, который... Кстати, я его завалил все-таки. Это радует. Гиганта я, самое главное, завалил. Вышечка готова. Здесь у нас дома везде нужны. Ну, ладно. Так, дома у нас строятся. Так, вот здесь вот еще дома нужно восстановить. Но это уже дерево нужно. Так, окей. По поводу башен, кастлс. Так, хотя у меня нету, тупо нету дерева, вот и все. Так, давайте где-то, наверное, вот так вот еще дерево срубим. Здесь сейчас еще одного построим. Еще одно здание, в котором будет добываться у нас дерево. Так, наверное, будет правильней. Короче, все, ребят, нужно закрываться стенами, потому что вы сами видите, что происходит. И интересно, я могу вот так вот впритык стены построить? Вот интересный момент тоже, да? Посмотреть хочется, как это вообще будет реализовано, если это возможно. Так, здание вроде строится, но... А, ну вот уже... Блин, нет, не туда жму. Так, и давайте. Не хватает, вот хватает, отличненько. Слава богу, что какие-то моменты типа колодца, да, или каких-то зданий типа
таверна, в данном случае, у меня довольно-таки далеко они, и поэтому их не задели. А вот здесь что стояло, я не помню, но какое-то, по-моему, здание было. Это было по-моему, вот это и было. Нет, нет. Масон вот стоит. А, так, блэксмитинг. А что тогда? Кстати, у нас же... Стоп. У нас же герой был... А что ж я им за... Ну, просто вот в панике, ребят, забыл воспользоваться героем. Ну, ладно. А что здесь за здание-то было, а? Не гости... Вот. Вот это вот было. Понятно. Так, как у нас тут все очень плохо, потому что, ну, как видите... Давайте счастье добавим еще 25. Так, ну, по крайней мере, сейчас, мне кажется, видите, никто не ругается, что нету домов. Так что, думаю, будет все отлично. Счастье, по крайней мере, на высоте будет. Так, где-нибудь, ну, давайте еще чуть-чуть. Вот тут вот построим домик. Блин, совершенно не хватает. Давайте ускоряем игру. Ускоряем, потому что если я буду... Если я буду развиваться на медленной скорости, то эта игра, ну, не знаю, на серии 600 продлится, наверное, так. Хотя, я не знаю, здесь, наверное, концовки нет, и проиграть тоже довольно-таки сложно, потому что все-таки враги, как видите, они не сжигают полностью нас, да, то есть, поэтому будет постоянно, так сказать, борьба, да, то есть борьба между выживанием, отстраиванием заново и тому подобным. Так, ну, ладно, золотишко у нас вроде есть. Вот это бы еще, вот смотрите, бар... А, еще и бараки, да? Ну, ладно. 30 людей у меня свободных есть. Так что, в принципе, остается только... А, болезни... Нет, все нормально, все нормально. Тут дом загорелся, но вы же должны потушить... Все... Почему они не успевают тушить дом? Вроде бы, ну, все для этого есть, но ладно. Тут и вода рядом есть, и колодцы прям рядышком есть. Ну серьезно, нет, ну может быть. Колодец нужно еще один построить. Давайте еще один построим. Без проблем. Мне как бы не жалко. Просто они же сами как бы будут потом, наверное, ругаться. Хотя кто знает. Так, здесь у нас камень добывается. Притом и склад вместе с камнем. Тут и дерево зачем-то складывается. А, непонятно, честно говоря, вот этот момент непонятен. Тут тоже, хотя просто вот этот склад, наверное, заполнится, поэтому так происходит. Так что мы давайте еще, наверное, большой склад где-нибудь вот здесь вот забабахаем. Вот так вот. А, дракон. Ну, дракон это понятно. Мне, кстати, написали, что строить как раз-таки вышки такие, и как раз-таки дракон они будут сбивать, но... Вот здесь вот можно, кстати. Да, смотрите. Раз, два, три. Так. Вот выше этого забора нужно делать, да? Хотя вот вышка вроде бы стрелял. Или нет? Нет, мне, наверное, показалось. Это ж как нужно... Ну ладно, окей, окей. Не будем париться. Как есть, так есть. Как оно есть, так оно и есть. Так, ускоряем давайте. Здесь пускай ворота строят... Короче, защиту потихонечку пускай поднимают. Ну вот, посмотри, ну, камень очень медленно. Я не понимаю, как мне дракон летает. Вот вроде бы стреляет в него, да, вроде бы она на него нацелена, но как-то, не знаю, она не хочет в него, короче, стрелять почему-то. Окей. С едой опять беда. Посмотрите, опять с едой беда, поэтому, ребят, давайте, наверное, вот здесь вот еще поле сделаем. Вот прям вот так вот, да? Смотрите, ноль! Как, почему? Ну, смотрите, в дракона стреляют, но... минус один... Я не понимаю, почему так происходит. Минус четыре... Они, типа, не могут ничего сделать из... Давайте фестиваль сделаем, счастье поднимем, что ли. Ну, серьезно?
А почему? Вот. Типа... Да, дракон... А, все, понял. Вот теперь понятно. То есть еда кончилась только из-за того, что дракон просто как бы мораль понижал, да, и они типа, нет, мы не будем собирать там поля там или еще что-то, потому что он ждет наши дороги. Ну, как бы получается так же, да? Окей. Так, как бы я не добывал... ладно. Чё об этом говорить? Просто нужно с этим бороться. Чаркоил я почему-то не могу вывести в нормальное количество. То есть оно не добывается у меня в нормальном... Опять, смотрите! Вот я только-только добыл еду, да, только ее понесли. И она опять вся сожрана. Очуметь! С едой явно какие-то траблы, да? То есть... И нужно это решать, притом решать кардинально. Давайте, наверное, вот здесь вот еще поле, вот здесь вот еще поле, и вот здесь вот сделаем поле. Все, пошла опять же еда, загружаться опять же пошла, 65, она, смотрите, она как скачками какими-то, прям рывками, смотрите. Прибавляется, уменьшается, прибавляется, уменьшается. Офигеть! То есть и всего лишь 100 еды. Так, с едой все плохо. Надо решать проблемы с едой. Ну и заодно с замком, да, то есть... Давайте поднимать. Раз, два, три. Так. Здесь сразу мы делаем... Я так понимаю, без разницы, в какую сторону. Но так как с деревом проблемы, то... Ладно, в общем. Так, свободных у меня 0 людей стало. Это, конечно, плохо. Но сейчас мы это исправим. Здесь вот нужно счастье поднять, потому что... Так. А, ну вот-вот-вот, еда начала прибавляться. Сады еще не выросли. Так, это подождем. Тут вроде бы 50 хватает дерева, да? Написано, что есть 50 дерева, но здесь не было показано. Почему горят поля? Я не понимаю. Ты, вода вот рядом, в упор вода, да? То есть они даже в упор не могут потушить. Что происходит с людьми? Я не понимаю. Опять же еда кончилась. Опять же горит. Господи, какие-то события происходят очень странные, да? То есть неподвластные, что ли. Так, еще что ли людей сделать? Вот прям даже не знаю. А стоит ли? Потому что у меня вроде бы... Сейчас даже, я бы сказал, не справляются, да, с тем, чтобы добывать еду-то. Давайте еще тогда поля поставим. Раз такое дело. Так. Вот здесь вот и вот здесь вот еще сад сделаем. Так. С едой, конечно, вот, ну видите, я не могу выйти из вот этого минуса еды, да, то есть... Давайте здесь еще праздник устроим такой. Здесь у нас как? 3 из 3. Здесь у нас строится, здесь у нас тоже строится. Все нормально. Кастл, опа, давайте вышечку. А, инфекция пришла, типа болезнь будет сейчас. Так, окей, это не проблема. Так, вот здесь давайте тоже... Да, вот видите, началась... Так, кастл, и не хватает того, чтобы поставить вышку. Но я думаю, сейчас мы с этим справимся как-нибудь. Так, хотя вообще не представляю, как. Ну, честно, ну ладно, ну что-нибудь придумаем. Так, они все-таки добывают мне ресурсы. Так, поля до сих пор не засеяны все, я не знаю, почему у них какой-то... И людей не очень много-то у меня. Вот сейчас вот людей уже пошло в минус. Так, 35 камня нужно. Вот как увеличить камень, я, конечно, до сих пор не знаю. Возможно, кто-то написал, я потому что под последним видео комментарий, честно говоря, не прочитал. Вот сейчас вот я понимаю, что я этого же не сделал. Так, здесь сгорел склад. Почему? Не знаю, поэтому мы поставим дом. Логика. Так, сейчас давайте вот склад еще поставим. Вот так вот. Отлично. Ну, хотя бы 320 еды, да? То есть у меня, смотрите, счастье...
Ага. То есть вот здесь можно еще посмотреть, типа в каких зонах, да, хорошо ли им, да, то есть. Но здесь еще просто не построено, поэтому так. Ну все, еда пошла в плюс, притом охрененный плюс, смотрю. А, инфекция, инфекция, инфекция. Сейчас ничего. У меня здесь все нормально, у меня здесь все. Доктора лечат. Все как надо делают. Так что это не проблема. Так, с едой 456. Все отлично. Ребят, с едой вообще все хорошо становится. Так, теперь остается, опять же, увеличиваем скорость. О, дракон, давай, дракончик. Сейчас по нему шмаляет. Смотрите, это при том красный какой-то дракон. Это не рыжий, а это именно красный дракон. Давайте мы здесь вот фестиваль устроим. По нему прям шмаляют, смотрите, без остановок. А интересно, сколько у него жизни-то, когда он, типа, умрет-то? Окей, вот здесь вот еще тоже вышечку нужно обустроить, да? Вот так вот давайте. Блин, я уже не знаю, что еще мне сделать нужно, чтобы вот по нему нормально стрелять. Так, давайте здесь еще вышку. Раз, два, три. Наверное, еще одну нужно будет. Но не хватает у меня ресурсов. Да, поджечь деревья. Вот деревья самые то поджигать на самом деле. Безобидные деревья поджигать. Это вот прям вот... Хватит летать. Около вышек летай. Когда я его собью-то? Так, все, по-моему, он улетает. Да, по-моему, он уже улетает. 101 счастье вообще у меня. Так, это на самом деле хорошо. Так, окей. Так. Здесь еще вышку продолжаю строить. Но в данный момент, на самом деле, я вот смотрю, единственное, что мне можно добавить, это вот жители. Но сейчас это случится. Само собой случится. И... Да, у меня, кстати, чаркоил начал хотя бы в плюс прибавляться, да? То есть на складах начал лежать. Здесь вот этот блэксмитинг... Нет. Нол чаркоил... Короче, еще чаркоил нужно, да? Вот что я понял из этого всего, это еще чаркоил нужен. Вот единственный момент, который я понял. Так, окей. Стоп. По-моему, вышка здесь чуть выше. А, ладно, ну будет чуть выше, будет чуть ниже. Господи, я думаю, ничего страшного. Особенно тогда, когда у тебя ничего нету. И тебе приходится просто, можно сказать, отбиваться от врагов. Так что в данный момент ничего страшного. Так, наверное, давайте здесь еще. Здесь, наверное, сделаем еще, да, две вышки. По крайней мере, это будет логично, если здесь еще будет вышка. Так, ну вот с камнем, говорю же, с камнем очень плохо. И вот 100% вы написали, как вот с этим камнем быть. А я, наверное, не прочитал. Скорее всего. У меня до сих пор нету некоторых зданий. У меня нету вот этого здания. У меня нету вот этих зданий. Ну, и вроде бы... А, ну, вот это я уже строил, да? А, нет. Рок... Вот как раз-таки вот это вот похоже. Вот похоже, вот эта вот штука как раз-таки и работает с этим. Скорее всего. Надо вот этот вот материал. Блэксмитинг. Вот. Значит, нужно еще. Еще блэксмитинг. Так. Нет, это стонмасон. Вот, еще нужно, значит. Видите, он производит, да? Окей. Давай-ка вот так вот сделаем. А здесь... А. Ага. Странно. Ну ладно. Окей, ничего страшного. Так, ну да, видите, на одну выше. Ну ладно. Тоже ничего страшного. Так, еще блэксмитинг. Где ж тебе построить-то блэксмитинг, мой дорогой? А давайте здесь вот прям вот забабахаем. Нет, здесь стена будет, ребят. Нехорошо получится. Так. Окей. Вот это убираем. Чаркоил. Вот я не знаю уже, сколько нужно этого чаркоила, чтобы он производил мне ресурсы. Потому что я в огромном количестве его, типа, произвожу, но он прям не может угомониться. При том, что вот у меня сейчас возник вопрос. А обязательно его около дороги строить? У него вообще есть нужен параметр около дороги его строить?
А, то есть они еще не все производят что-то, что ли, или чего? Вот здесь вот пишет, типа, нет дерева. А, ну да, у меня рабочих нету, которые переносят, наверное, это все. Скорее всего, в таком варианте. Так, вот здесь вот бы построить, да, то есть пару домов, потому что здесь у нас неплодородная земля, и как бы самое то, строить здесь как раз-таки дома. Но... Давайте вот здесь, что ли, наверное. Хотя бы два домика поставить. Викинги! Я не знаю, откуда они... Вот, отлично! С этой стороны у меня есть хотя бы защита. Ну, по крайней мере... Так, ребятки. Вот это сейчас хорошо будет. Давайте вот здесь вот. Ну! Давай. Так, на дороге. Ну-ка, иди сюда. Блин, медленно тренируют-то. Ух, конечно, сколько у них. Давай, герой. Давай, ты должен справиться. Я не понял, почему у меня вышки горят. Ребят, а мне может кто-нибудь объяснить, почему они у меня горят? Ты будешь драться вообще с ним? Нет, по-моему, он не хочет с ним драться вот прям в упор. Окей. Этих перехвати. Во-во-во, замес пошел. Ребят, замес пошел. Так, 100 монет, все, нету денег. Налоги повышаем, потому что что-то как-то с налогами. Так, есть первая вышка, у меня ее снесли. Давай, ну. Атакуй. Да что ж ты куда... Вот, ну. А он вообще будет драться, или я не понимаю, я... Есть, сломали у меня. Этого чувака сломали, отлично. Опять у меня убили еще одного воина. Странные солдаты, честно говоря. Хотя вижу, что у них... И вышки у меня работают в принципе, да, то есть... Блин, сори, извиняюсь. И вышки у меня в принципе работают, да, как бы, ну... Понятно, ну, нужно... I need больше вышек. Так, понятно, здесь чаркоил сразу можно заменять. Вот так вот сразу моментально можно это делать. О, сейчас еще это здание спалят. Ну, вообще, короче, отлично. Так, что-то еще сгорело. Опять чаркоил, похоже, сгорел. Еще чаркоил. Нет, здесь что-то другое было. Здесь было... Да, я вспомнил, что здесь было. Блин, у меня деньги теперь не будут прибавляться. А, да, отлично. Здесь тоже сгорело здание. Склад, хотя бы спасите склад, ребят. Хорошо, тут вышки-то уж не смогли спасти. Денег нету для того, чтобы вышки работали. Смотрите. Очуметь. Еще и... Еще и болезнь пришла. Ну ладно, окей. Давайте как бы не будем кипишить. Деньги для этого нужны. Так, и мне нужно вот это здание. Так, его мы сейчас куда-то воткнем вот сюда вот. По крайней мере, здесь его, может быть, не заденут. Так, вот так вот, окей. Дорогу сломали. Черт. Ну, вы сами видите, что происходит. Вроде бы все нормально, но есть, конечно, все-таки проблемки. Стоп, а почему... И почему... Как же я не люблю вот это... не люблю непонятки. И сейчас происходит реально непонятки. Почему у меня здесь нету людей? Почему? Кто-нибудь может объяснить мне, почему их там нету? То есть у меня тут один только человек появился. Ферма сгорела. Ну ладно, это можно, конечно, тут понять, почему она сгорела. То есть далеко довольно-таки от воды. Допустим, мы здесь можем еще колодец воткнуть. Но работать, конечно, нужно еще над городом прям очень много. Защиты больше ставить, больше вышек. Потому что здесь, допустим, еще вот если бы одна вышка была, я думаю, вот это бы выживала вышка. Тут прям, знаете, по две нужно ставить вот с каждой стороны, чтобы убивать этого гиганта. Плюс еще... отстреливаться от врагов. Ну, в общем, работать и работать. Здесь... А, да, я вспомнил, что здесь было. Так.
Вот как-то так. Но на этом я буду потихонечку заканчивать, ребят. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. Обязательно подписывайтесь, если вам тоже понравились видео. И если вы решили все-таки подписаться, не забудьте нажать на колокольчик. И могу сразу сказать, что скачать эту игру вы сможете в группе ВКонтакте. Ссылочка на нее есть в описании. Проходите в группу. И там обязательно, я уверен, вы найдете, где скачать. Там ничего сложного в этом нету. Так что всем всего, удачи и пока.